Авария на шахте в Днепропетровской области. Ранены 4 человека. Как сообщил председатель независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, ЧП произошло на шахте Днепровская. Во время подъема рабочих оборвался провод на тягаче. Шахтеры не стали ждать, пока сработает тормозная система, и начали выпрыгивать из вагонеток, из-за чего и пострадали. Причины аварии устанавливает специальная комиссия. Будет оперативное лечение или будет консервативный метод лечения, зависит от того, как доктор определит.